И главное, женщины, прекращайте уподобляться этому миру. Вы не должны излучать на нижних центрах. Вся ваша энергия должна стоять вот здесь, на уровне сердца. А сердце – это абсолют мироздания. Вот когда вы начнете излучать из сердца, к вам начнут притягиваться ваши настоящие космические половинки. Именно так будет. Потому что на вот эти центры притягивается всякая мразь и нечисть. И на этих центрах, сегодня на нижних, работает антихристово племя, антихристово царство. Для них это мед. Почему и запустили вот этот разнузданный секс? Извращение сексуальное для того, чтобы разделить эти половинки напрочь, перепутать все, и чтобы произошло вырождение землян. Им это выгодно. И вот, когда женщина изменится, когда уподобится богине-матери, а я показала на своем примере, как от кармического мира, от греха можно подняться к свету и нести этот свет, стать богиней света. А я не стала, я была ею изначально. И я хочу, чтобы вы все уподобились великой матери, особенно женщин. И когда женщина поднимется, она и поднимет своего супруга и свою половинку. От вас зависит все. Не излучайте на этих центрах. Дядька будет приходить и будет вам создавать много проблем в жизни. Излучайте на уровне сердца настоящую красивую любовь. И вот тогда никакая грязь к вам не притянется. А притянется именно тот, который притянется к цветку жизни, к вашим вибрациям. Он даже не будет смотреть на ваше тело, он будет смотреть на вашу душу, и вы будете становиться еще более красивой. Все духовные люди, они очень красивы. Меняются глаза, меняются оболочки. И как бы трудно даже ни было, затормаживаются биопроцессы. Поэтому переходите на духовные вибрации Великой Матери. Это единственная сила и защита сегодня в мире.